Всем привет! Всем привет! Мы приехали на площадку, где строят школу новую в Судаке. Да, в Судаке мы тут проезжали и увидели новый строящийся объект огромный. Вот на заднем фоне. Привет, да. Там наш сын лазит. Полным ходом идет стройка школы. Да, школа огромная. Сейчас мы прочтем, вроде бы на 500 человек. Да, сейчас мы вам покажем табличку с техническим паспортом, и там все написано. Может, какую-то школу у нас хотят снести? Наверное. Первую. А здесь, наверное, перенести. Потому что участок огромнейший. Мы вот сейчас покажем. Вот это стройка школы, смотрите. Вырыли огромный котлован под фундамент. Вот я на него сейчас показываю. Пригнали кран. А, к 2018 году хотят, да, запустить? Вот, кстати, интересно, там на плане показан вот этот котлован, показан, что будет школа, да, трехэтажная. А вот еще один котлован строят, это, наверное, я не знаю, или спортзал. Ну, тоже большой фундамент будет. Я думаю, что площадка. Вот не этого знаю. Объекта там нету на нету, плане. Да, это что-то тоже будет, наверное. А я думаю, что там строят площадку. Ну, может быть, площадка. Спортивная где? Площадка. Может, стадион, не может, знаю. Крытый какой-то бассейн, не знаю. Может быть. Ну да, очень классная школа. Здесь, получается, будет новый район. Да, здесь насыпали... Насыпали земли. Против солнца просто не будет видно. Вот. Насыпали огромную гору земли. Пойдемте посмотрим технический паспорт школы. Большая территория, огромная. Да. Место красивое очень. Здесь, кстати, до этого сделали дорогу хорошую. Да, там новую улицу сделали, развязку, развилку. Это будет, кстати, такой новый хороший район в Судаке. Ну вот. Технический паспорт, строительство общеобразовательной школы. Огромная. Да, в городе Судаке, переулок Пихтовый. Один, это да. Когда... А вот ее начали в декабре 2016, окончание строительства в декабре 2018 года. То есть, получается, 2019, в начало уже школа должна быть готова. Да, в январе. Ну, я не знаю, как, наверное... Консоль если... строят. В декабре. В декабре. Да, у нас сейчас есть школа-гимназия номер один. Ну да. Она очень старая. Я даже не знаю, каких годов там здание еще до военных. Наверное, может, ее снесут. Да, наверное, всех. Может, там что-то другое построят. Тем более здесь написано, сколько у нас вместимость школы. 800 человек. 800 учеников. 500, да. То есть, да, с расчетом на подрастающее поколение. Садов у нас сейчас не хватает, но надеюсь, что школу вот построят и будет достаточно мест в школе. Площадь участка. 33 тысячи да, квадратных метров. Площадь застройки здания 7 тысяч метров квадратных. Общая площадь здания 15 тысяч с лишним метров квадратных. Площадь помещения здания 14 тысяч 525. Полезная площадь помещения здания 14 тысяч 204 метра. Строительный объем здания 86 749 кубов. Трехэтажная высота здания 10 метров 34 сантиметра. Все, генеральный проектировщик, строительная компания, консоль строек ТЛД. Вот такая вот хорошая у нас новость в Судаке. Да. Машины сюда едут, да, только заворачивают, заворачивают. Да, много постоянно строительных да. машин едет. Ну, осталось-то год, получается. Ну, в принципе, не год, а больше. Все, друзья, ждем новой школы. Да, ждем новую школу, может, она будет хорошая. Конечно, мы будет надеемся. Хорошая. Спасибо властям, да. что нашим детям будет вот такая вот новая школа. Все, всем пока. Все, всем пока. Кому нравится школа в Судаке новая, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях.